Значит, сегодня, буквально 5-7 минут назад, я почувствовал, что наконец-то перешел на новый уровень. Это было потрясающее ощущение, осознание. Разумеется, вначале было как обычно. Полное отсутствие концентрации, да? Такая тревога, паника. Своего рода, да? Как обычно. Смотрел YouTube. И вдруг, ни с того ни с сего, бах, не под влиянием YouTube, конечно, можно сказать, не тут, не без влияния YouTube. Бах, и понимаю, что я наконец-то перескочил на новый уровень, тот самый, который был в рилсах. После этого, ой, я ревел, я рыдал действительно просто вот несколько часов. Ты только что сказал, что это было 5-7 минут назад. Действительно, нерелевантность уже времени. Понимаете, когда вы перескакиваете на новый уровень, время для вас уже, по сути, ничего не значит. То, что было в прошлом, логично, что оно прошло. Каким бы ни было тяжелым мое прошлое, оно прошло. И ваше прошлое. 5-7 минут назад. 5-7 часов. 20 минут. Слышал, да? Настоящее мы все прекрасно понимаем. Его тоже нет. Прошлого нет, оно прошло. Настоящего тоже нет. Оно тоже прошло, ребята. Будущее. Будущее тоже отсутствует, потому что оно еще не настало. Понимая эти фундаментальные состояния нашей земной оболочки, с которой мы перманентно общаемся, понимая, что это все обман, как и 5-7 часов, алло, на связи, мы должны выстроить новое мировоззрение на этой почве. Нас обманывали, не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Мы живем в несуществующей реальности. Ее просто нет. Это единственное, что может быть. Мы подтягиваемся. Мы подтягиваемся. Ах, тем буде пушта размалила. Фух. Прощайте.